Всем привет! Сегодня у нас четверг, 31 октября. И у нас сегодня тучи шикарные такие. Я готовлю кофе. Нужно просыпаться. Скажите, пожалуйста, у кого тоже так? Вымыла горшок. Засыпала новый наполнитель. Все. Да, теперь вот так и будет. И Степа тоже любит этим заниматься, да? Вот еще скажите, что они дурачки. Что они глупые. Никогда в использованный наполнитель не будут ложиться, кататься. А в чистенькое... медом не корми. Да? Кекс. Ты одобрямс мамину работу? Сейчас, я думаю, и обновит. Уже очередь выстроилась. Очередь. Этот наполнитель не так любят. Соевый. Соевый любит ходить Алиса и Макс рыженький. Все остальные ходят вот такой мелкий. Он хорошо убирается пылесосом. Угу. Приготовила завтрак. Забыли вчера мы яйца купить. Ничего. Лёше 2 бутербродика. И заварила чаёк. Я вам сейчас покажу. Мы вчера открыли эту упаковку. Лаваре. Он такой ароматный. Сейчас я вам покажу. Значит, смотрите, какой тут есть чай. Вот этот черный чай с шафраном. Очень ароматный. Здесь у нас пирог с карамелью и яблоком. Действительно, запах как будто штрудель. Очень такой пряный, вкусный, хороший. Дальше. Это у нас напоминает по вкусу глинтвейн. Очень-очень. Здесь черного чая нет, это фруктовый чай. А вот это прям лечебный, с имбирем, с хурмой, с мандарином. Его можно даже использовать, когда есть первые признаки простуды. Такой будет согревающий, хорошо для горлышка. И все они прекрасно пахнут. Ну, прям зимняя коллекция. Молодцы. Рекомендую. Красота, да, Макс? Скажи. И Степка калачиком лежит. Как хорошо, скажи, да? В квартире, ребята, потеплело очень сильно, так хорошо, комфортно. Тетя Кхлюсь, замусоленный такой холосый. Замусоленный, да? Ой, хорошо, скажи. Ой, мне хорошо. Вот так мне хорошо. А вы идите на работу, да? А мы тут полежим. Все, отправляюсь на работу. Хотела сделать пока дома оладики. Оказалось, дома нет яиц. Забыли вчера яйца купить. Зато Лешу подстригла. Леша теперь, как он говорит, помолодел. Красавчиком стал снова. Все, всем хорошего дня. Работаю. Приняла уже девочку. Хочу показать, как выглядит теперь костюм. Я максимально отойду, что увидите. Мне кажется, отлично получилось. Смотрите. Немножко отличается, конечно, цвет, но в целом отлично. Комфортно. Нигде ничего не давит. Класс. На работе должна быть одежда очень удобная.
не передавливать, не сковывать движение. Я довольна. Рабочий день позади. Вышла там, оказывается, воздушная тревога, я не слышала. Снова шахеды летят. Надо быстро спускаться в метро. Я немножко задержалась. У меня последний был пациент. 7-й зуб верхний, пульпит. Сложный. 7-ки, 8-ки лечение пульпита осложнено плохим доступом. Тяжело в этом плане. Нижние, конечно, легче лечатся зубы. С верхними посложнее. Спинка так устала. Болит спина. Тут возле церкви такой фонарь светит. Видите, мигает сильно. Все, я пошла в метро. Все, я дома. Лысый Леша меня встречает. Да. Пу-пу. Тебе классно? Да, ветерок. Не холодно, нет? Не, вообще отлично. Я целый день. Я хочу быстро рассказать, как в Киеве отмечают Хэллоуин. Сегодня же праздник. Так вот, поездка в метро моя, туда и назад, видела много достаточно, но больше, наверное, 15 детей. В основном это школьного возраста, которые, у которых разрисованы лица. В основном это в стиле фильма «Оно». Вот такой макияж. Большой рот. И видела парня, у которого капля крови нарисована. Потом из самого такого запоминающегося — это девушка с шляпе ведьмы. Такая яркая, красивая, цветная. И с метлой. Представляешь? Она еще и с метлой зашла в метро. Вот, а убил меня наповал это парень. Я думал, залетела. Что залетела? На метле в метро. Не, не залетела, зашла. Убил парень, у него на голове был мешок. Вырезаны глаза, нарисован нос чем-то. И красиво другими нитками обстрочен рот. Такой большой рот. Да, ну, в общем, так постарался, красивый вот этот, я не знаю, кто это такой. И он в этом мешке на голове нормально все чухает. А тут пальто у него, брючки, все, рюкзачок такой, а на голове мешок. Ну, в общем, отмечает молодежь, прям дети школьного возраста. Таких взрослых людей в макияже в таком я не видела. Все, мы идем в Элмарт, кое-что купим и домой. Мы уже дома. Так, это я просила Лёшу, чтобы он разморозил тесто. Сейчас мы поужинаем. А на десертик я быстро сделаю вкусняшку вместе с вами. Дальше. Что купили в Элмарте? Такой чумак. Соус цибуля со сметаной. У меня там есть килька в холодильнике. Нужно отварить картофель. Так, наверное, сделаю. Запеку. По-солянски. И вот классно соусом будет. Так, это Леша себе семечки купил. Решил взять большой батон, но он его, да, он его много ест. Дальше взяли сыр сулугуни с зисмаком васаби. Интересно. По 446 гривен за килограмм. Тут 72 грамма. Взяли небольшую порцию на пробу. Зайдет, не зайдет, не знаю. Дальше печенье по акции. 250 грамм, 28 с чем-то. Ну, мы его уже брали, нормальное печенье. И взяли сыр Радомир по 433 гривны. 174 грамма на 75 гривен. Потому что сыр, который по 300 гривен продается по акции, он какой-то резиновый, безвкусный. Поэтому решили взять подороже. Все, сейчас грею суп, будем ужинать. У меня есть вот такой набор продуктов. Груша, мед, орехи и камамбер. И кусочек
слоеного теста, без дрожжевого. Выложила в форму, на всякий случай вилочкой проколола. Теперь что делаем? Теперь мы нарезаем сыр тоненькими кусочками. Нарезаем грушу. И делаем красоту. Какая груша сладкая. Так, теперь я немного измельчу орехи. Духовку разогревайте до 180 градусов. Орешки по желанию. В принципе, можно и без них. Ну, классика. Это груша, камамбер, орешки и мед. А если еще есть кедровые орешки, это прям пушка. Соня сегодня ходила на концерт. Помните, мы ходили здесь, в Киеве, на концерт оркестра, который играл музыку, рок-музыку. Вот такой же концерт, похоже, только там были 80-е, 90-е известные хиты. Проходил в Латвии. Так, пошли у нас орешки. Есть такое дело. И осталось полить медом. Все, отправляем в духовку запекаться до приготовления теста. Через 20 минут получается вот такая красота. Ароматная, вкусненькая. Сейчас будет, можно, если хотите, еще, если вам недостаточно сладко, можно еще сверху добавить медика. И будем пробовать. Боже, как это вкусно. Это очень вкусно. Обязательно приготовьте. Просто и потрясающе вкусно. Всем приятного аппетита и пока-пока.